подсудимый, вы выслушали показания свидетелей и признали, что они правдивы. Для чего вы, инженер, начальник цеха, обокрали кассу родного завода? Я ограбил заводскую кассу для того, чтобы погасить карточный долг. И много вы проиграли? Много. Какую сумму? Какую? Какое теперь это имеет значение? А кому вы проиграли? Ну, говори же. Хотя бы маленькая ниточка, чтобы узнать, кто они. Вы раньше до игры знали тех людей? Нет, я их не знал. Так почему вы садились играть с незнакомыми людьми и еще на такие большие суммы? Садился и все. А вы не можете назвать их фамилии? Или имена? Я не знаю их имен и фамилий. И никогда их не знал. Вот когда вы собирались на игру, вы как-то называли друг друга? Что-то друг другу говорили? Да. Мы говорили «добрый вечер», «здравствуйте». А когда кончали играть? Тогда мы говорили «до свидания». А о чем вы говорили во время игры? Во время игры? Гражданка, народный заседатель. Мы не разговариваем. Мы играем. Подсудимый, почему вы стараетесь выгородить шайку преступников, карточных шулеров? Ведь вы сами стали жертвой... Гражданин судья, на вопросы о моих партнерах по карточной игре я отвечать не обязан и не буду. Это ваше окончательное решение? Да. Вот такие пироги. Я так и думал, что он на суде ничего не скажет. Полдня зря потеряли. О, целый день. Ух, черт. Ну и влетит же мне слушай, дома пока. Слушай, а если я тебе большую керамическую вазу притащу? Вот такую, как на это? Тащи все, что поднять осилишь. Все примем. Будь здоров. Добрый вечер, дядя Миколас. О, добрый вечер, Рокас. А чего ты сегодня так поздно? Ну и работку ты мне задал, дядя Миколас. Весь вечер провозился с этим твоим ящиком. И что ты там задумал? А вот кончишь работу. Поедем со мной за город. Мой садовый домик. Там и узнаешь. Что ты темнишь, дядя Миколас? Небось, кралю завел? Гнездышко ей устраиваешь, да? А что? Я еще мужик. Это какая-то ерунда получается. Надо тебе профессию менять. Она спать, ты на работу. Ты спать, она на работу. О, дело говоришь. Я об этом подумаю сегодня ночью. Ладно, спокойной ночи. Завтра я твой заказ закончу. Спасибо. Всего хорошего. Ай, наконец-то. Здравствуйте, тетя Марта. Извини, я на работе задержался. Ну, граждане, чем займете меня? Здравствуй. Здорово, Рокс. Сам в кабалу лезешь, да? Да, я привык. Всю жизнь на других работаю. Ну что, командующий фронтом, приказывай. Мама! О-о-о! Чем занять мужчин?
А вот у меня хрен не тертый. Пожалуйста. Правильно. Ой-ой-ой, только не это, только не это, да. Это по вашей части, по нашей части. Что? Мне положено плакать только в день свадьбы. А мне почему раньше? Нет уж, милая. Бери, бери. Отставить разговоры. Направо. На балкон шагом марш. Давай, давай. Рокас, я не хочу жениться. Давай, ну, давай. Не давай, хочу давай. Я жениться. На-ка, возьми. Иди, помогай. Иди, ну, иди, совсем иди. Не хочу жениться. Ну, ладно. Ладно, главнокомандующий. Подожди, погоди, погоди.
Алло. Да, говорит Григонис. Так. Так. А что, больше некого? Я же... Понятно. Оперативная группа. Выехала. Ну, высылайте машину. Уже. Спасибо, до встречи. Куда ты в такую рань? Вызывают. Паршивая у тебя работа. Гоняют вас и днем, и ночью. Наступила смерть? Думаю, 5-6 часов назад. Точнее, определить вскрытие. Значит, между 3 и 4 часами утра. С выводами не тяни. А вам что, гражданин? Сказано, посторонним не ходить. Прошу вас. Я не посторонний. Я заместитель директора института. Моя фамилия Вашкялис. Ну и что? А то, что я должен знать, что здесь творится. Я тоже очень хочу знать, что здесь творится. Товарищ заместитель, постойте пока здесь. Вас позовут. Что-нибудь нашел? Несколько открытых дверей. Опытные черти, работают чисто, никаких следов. Ну, а труп? Всем следам след. Что на втором этаже? Разбитое окно, наверное, от сквозняка. А в лаборатории вскрыт сейф. Там теперь колдует эксперт. Так. Будьте любезны. Проводите меня в лабораторию. Пару пальчиков все же Бог послал, товарищ капитан. Угу. А здесь что хранится? Регина, объясните товарищам из милиции. Это заведующая лабораторией. Здесь хранятся изделия из драгоценных металлов. Конкретнее? Посуда, инструменты, изготовленные из платины. Угу. Ключ от сейфа у вас? Да. Погодите. Ригель разрезан. Что-нибудь пропало? Как вчера уложила, так и лежит. Где бы нам побеседовать? Вы подозреваете, что преступление мог совершить сотрудник нашего института? Я не подозреваю. Я ищу преступника. Как бы вам это точнее изложить? Наш институт – солидное учреждение, широко известное в Европе. Здесь работают серьезные люди. Любая молва, любой слух, компрометирующий институт, крайне нежелательны. Вышестоящие инстанции тоже не отнеслись бы к этому одобрительно. Поэтому прошу вас как можно быстрее постарайтесь закончить это следствие, чтобы не пострадало доброе имя нашего института. Я буду делать все в срок, установленный законом. И не торопить, не затягивать следствие я не намерен. Думаю, что вышестоящие инстанции тоже не отнеслись бы к этому одобрительно.
Пригласите, пожалуйста, заведующий лабораторией. Что у вас? Собака след не взяла. Видно, залили керосином. Ясно. Вы свободны. Слушаюсь. Что-то происходит. Сторожа ночью убили. Дядю Миколаса? Кто же его? Не знаю, пока ищем. Для чего вы употребляете платиновую посуду? Для экспериментальной плавки при высоких температурах. Скажите, вы бы хотели носить кольцо или колье из платины? Вы лично. Не знаю. Вряд ли. Ну, почему же? Платина не так выглядит эффектно, как золото или серебро. Стало быть, для ювелира она не представляет особого интереса. Платина трудно поддается обработке. А какая приблизительно стоимость той платины, что хранится в сейфе лаборатории? Большая. Даже очень большая. Вот почему товарищ Вашкялис так нервничает. По этому поводу вряд ли. Ведь не он отвечает за содержимое сейфа. А по какому ж поводу, если не секрет? У него скоро круиз по Средиземному морю. А тут вдруг убийство, следствие. Замок у него есть? Да, но это для дяди Миколаса. Ему, бедняге, уже ни к чему. Бери, неси. Ну что ж, спасибо вам. Не за что. Лишь бы скорее нашли убийцу. Пока не получим новый сейф, посуда и все другое будет храниться здесь. Вы не возражаете? Возражаю. Это не самое подходящее место для хранения этих вещей. А что предлагаете вы? Немедленно достать новый сейф. Где ты ее взял? Нашел. В коридоре первого этажа. Пойдем, покажешь место. Ну, как у тебя? Вот, сделаем снимки и все. Тогда закругляемся. Угу. Поезжай с ребятами в Угрозовск. Готовьте доклад, а я скоро подъеду. Прибыли. Побыстрее, ребята. Время никакого. Давай сумку, да? Да нет, я сама. Ну вот, зацепилась. Ой, да подожди. Ну, ножками, ножками, ножками. Добрый день. Здравствуйте. Разрешите? Садитесь. Если это та же шайка, то трудятся они, надо отметить, не жалея сил. Аналогичные ограбления были в городе Скарджей. Ограблен универмаг. Дальше касса колхоза «Светлый путь». Ювелирный магазин в городе Трикей. И все это за последние полтора года. И, наконец, последний совсем рядом. Ракауска слушает. Да. Да-да.
Оперативная группа как раз у меня. Совещаемся. Слушаюсь. Обязательно доложу. Всего доброго. Приказано действовать быстро и эффективно. Капитан Григонис, раскрытие преступления поручаю вам. Есть. Какая нужна помощь? Найдена гильза и отпечатки пальцев. Необходимо срочно установить, чьи они. Помощником прошу назначить старшего лейтенанта Мозеру. Не возражаю. А на лабораторию я сам поднажму. Все, товарищи, спасибо. Капитан Григонис, задержитесь. Ты почему опоздал на совещание? За горошком бегал. За каким горошком? За зеленым. Для салата. Потом к портному. За костюмом. И на рынок за зеленью. Что я наделал? Накануне свадьбы тебе такое дело поручил. Слушаю. Пригласите ко мне всех офицеров. Товарищ полковник. Не надо, управлюсь. У меня помощник толковый. Слушаю. Отставить. Ну что, удружил я тебя, а? Ты знаешь, я никогда не думал, что так трудно подарок выбирать. Наверное, не труднее, чем мне найти шайку покер. Да, кстати, как тот инженер вел себя на суде? Не сказал ни единого лишнего слова. Все взял на себя. Я с носом остался. Ну, об этом в другой раз. Так во сколько завтра? В 12:30. Внимание! Ну, чего вы вертитесь? Такой кадр испортили. Вы, случайно, не устали? Нет? Ну, извините. Сюда! Держитесь крепче. Спокойно. Спасибо. Раньше я легко доплывала до этого острова.
Раньше я тоже получал медали на регатах. А теперь вот... пора. Наши чего доброго уже давно тревогу подняли. Пожалуйста, меня вот на тот остров. Хорошо. Как же они отпустили вас одну, так далеко уплыть? А, заняты. Они меня и не заметили. Чем же они заняты? Карты играют. Мужская компания, значит? Не совсем, там есть и женщины. Ну, знаешь, Сабина, а мы думали, что ты утонула. Она на яхте катается. Да, мы тут с ума сходим. Ну вот, пожалуйста, что я говорила. Хоть бы предупредила, что ли. Да ладно. Лучше угостите моего спасителя. Да, пожалуйста, знакомьтесь, это мои подруги. Зина. Изабелла. Едвига. Томас. Может, останетесь с нами? С удовольствием, но некогда. Да принесет кто-нибудь, наконец, шампанское или нет? Если еще осталось. Благодарю вас, но я за рулем. Не могу. А я все-таки не хочу остаться в долгу. А вы и не останетесь в долгу, если завтра встретимся у ресторана Жермуной. Ого, а вы, оказывается, ловки не только на воде. А может, все-таки останетесь? Да нет, серьезно, не могу. Хозяин яхты, наверное, уже проклял меня. Даже уши горят. Так, завтра у ресторана в 8. Этот отпечаток найден в институте на стеклянном осколке. А этот – известного нам преступника. Еще один. Чьи они? Интересная личность. 1966 год. Осужден на 2 года за хулиганство. В 68-м за кражу на 3 года. Но не остановился на этом. 74-й снова кража. Осужден на 6 лет. Работает в одиночку. Последняя кража в Рожайче. Да не тяни ты. Познакомься. В эту ночь мы с ним вместе на балконе хрен терли. Пальцы в крови, слезы ручьем, ругались, как извозчики. Он даже домой не уходил. Спали в одной комнате, а утром завтракали вместе. Но пока ты спал, он мог выйти и вернуться. Теоретически, да, но практически. Ты подтверждаешь его алиби? Да не я один, и Аста, и ее мать подтвердит. Шантажом попахивает. А если Рокос из этой шайки? Рокос всего несколько месяцев на свободе. Эта шайка орудует уже 1,5 года. Но с этим-то ты не будешь спорить?
Здравствуй, Робес. Привет, новобрачный. Молодая жена еще в теплой постельке, а ты уже здесь. По мне соскучился, да? Угадал. Соскучился. Чего приехал? Тут у вас совершено убийство. Разобраться надо. Ты, значит, решил в моей душе покопаться? На всякий случай. Не любите вы копаться? Лайма, ты не заметила, куда пошел капитан милиции? В подвал к Рокосу. Спасибо. Или, не дай бог, пронюхает ваш Кялис. Знаешь, сколько я ходил, пока это место получил? Заглянут в паспорт и тут же нос воротят. Мест нет. Я же работаю. Живу тихо. Что вам еще от меня надо? Кто напакостил, того и хватайте мне. За что? За то, что сидел. В лаборатории найдены твои отпечатки пальцев. Но я ж там не был. В ту ночь, когда у нас спал, ты никуда не выходил? Нет. Не выходил. Я всю ночь спал рядом с тобой. Честно? Слушай, что ты ко мне клеишься? Отпечатки пальцев с неба не падают. У меня от этого голова не болит. Тебе за это деньги платят. Ты ищи. А может, они какой-нибудь должок припомнили? А? Сам-то ты никого не подозреваешь? Нет. Подумай. Дело серьезное. Здесь не только сейф, здесь еще и сторож. И сторожа мне не шей. Понял? Я ничего не знаю. Баста! Он дурной. Ведь кому-то очень хочется накинуть на тебя петлю. Смотри. Добрый день, товарищ капитан. Добрый день. А я как раз вас ищу. Может быть, зайдете ко мне? Обязательно. Прошу вас. Только в другой раз. Куда ты собрался на ночь глядя? По бабам. Тебе же велели по ночам не шататься. Сам ведь говорил. Это они мне в тюрьме могли приказывать. А теперь я свободный человек. Смотри. Куда хочу, туда иду. Опять до беды догуляешься. Ладно, тогда иди со мной. Ты меня от дружков и от соблазна защитишь. Я бы тебя защитила. Но мне ехать нужно. Ну и езжай. Да-да? Не помешаю. Да что вы? Проходите, мама. Пожалуйста, садитесь. Звонила Мальвина. Знаете, за Рокс очень переживает. Ушел, говорит, из дому, сам не свой. Как бы снова не впутался.
просила, может быть, вы его как-нибудь образумите. А что тут Люда сможет сделать? Раньше надо было беспокоиться. Пока мой брат Пятрос был жив, он как-то находил на него управу. А вот когда утонул, так никто с этим его ребенком сладить не может. Да уж, действительно. Краса городка. А что? Он не сидел в углу, как мокрая курица. Знаете, и спортсмен он был самый лучший, и музыкант самый славный, и хулиган самый главный. Кажется, я не к тебе обращаюсь. Ну что вы. А за Рукасом я присмотрю. Пришел из тюрьмы усталый, постаревший. Не приведи Господь опять туда, совсем пропадет парень. Не беспокойтесь так, я присмотрю за ним. Угу. Обещаю. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну, зачем ты так? Всегда вся семья Блажисов вокруг этого Рокоса прыгала. Ты просто устала за эти дни. Мы оба. Оба устали. Оба. Алло? Я? Землетрясение, что ли? Еду. Что случилось? Может, Рокос? Да нет, это другие дела. Ты ложись. Эй, мама, закройте за мной. Куда это он на ночь глядя? Вызвали. Что с него возьмешь? Милиционер. Другие себя отдыхают, как люди. А ты беги, язык высунув. Не зря первая жена сбежала. Не вам и мне с ним жить. Университет окончила. И английский знаешь, и немецкий. А уж мужа себе подобрала. Человек не успел порог переступить. А вы уже ругаете. Уже гоните. Я не гоню. Сама прогонишь. Очаровательно. Тадос, мы голодные, как волки, и трезвые, как белки. Организуй что-нибудь. Ромас, извини, у меня нет свободного столика. Как это нет? Ближнего нужно любить. Кормить его нужно. Ребята, придется подождать. Пройдите пока в бар. Я извиняюсь. Он сделает. Слушайте. Сабина нового фраера дует. Где он? Ишь, как носом крутит. А если мы ее оставим без ужина, а? Как думаешь, Зигмунд, а?
Сабина, дорогая, ты давно ждешь? Извини, я опоздал. Я сейчас все объясню. Можно вашу даму на танец? Она устала и сейчас танцевать не будет. Я часто здесь ужинаю. Мы несколько раз с ним танцевали. Извините, можно пригласить вашу даму? Сейчас она танцевать не будет, я уже говорил вашему приятелю. Уйдем отсюда. Они не оставят вас в покое. Закончим ужин и уйдем. Сабина, где же ты пропадала? Зигма все время беспокоится. Говорит, почему-то Сабина не видать. Ты ведь знаешь Зигмаса. Он как выпьет, тут же говорит, подайте мне Сабину. И чем ты его приворожила, а? Сабина, мы все тебя так любим. Ты сегодня такая. Ну, как тебе не стыдно, а? О, а это что такое? Французский. Он не виноват, я все видел. Он не виноват. Оставьте его! А кто заплатит? Подождите, старшина. Кто за все заплатит? Ты перестань. Кто за все заплатит? И все-таки этого мало. Очень уж точно все сходится, как у Агаты Кристи. Полковник за промедление по головке не погладит. Угу. Никогда не верь в свое предубеждение и в слезы преступника. Эта наука очень дорого мне обошлась. Поверь. Разрешите? Да. Товарищ капитан, помогите разобраться. Пожалуйста. Заходите. Все заходите. Да эти хулиганы ко мне приставали. Он только заступился. Я не понимаю, зачем нас... Покажите. Ну, что случилось? Вот этот в ресторане избил троих деятелей. Да нет же! Когда я взял объяснение, вышло, что вроде он не виноват. Интересно. Один, троих? Они первыми напали. Я защищался. Вы боксер? Нет. Тренер детской спортивной школы. И детей там уже учите? Детям тоже нужно уметь защищаться от хулиганов.
В этом вы правы. Но почему так безжалостно? Видимо, переборщил. Рука у меня тяжелая. Извините. А этот что натворил? Этот? Ничего, он свидетель. А вы? Я? Вы, подойдите. Он по счету не уплатил, вот. Меня так быстро вывели, не успел. И еще за побитую посуду и поломанную мебель. Ах, вот что. А что вы про драку скажете? Я? Да, вы. А я ничего не видел. У меня своя работа. Да не темни. Что? Эти фраера из твоей капеллы. Я видел, что они там вытворяли. Так что будем делать, товарищ капитан? Так, если понадобитесь, мы вас вызовем. А силу, Томас Висборос, демонстрировать не надо. Понял, товарищ капитан. Можете идти. Всего доброго. Все свободны. Обожди минутку. Чего еще? Поговорить надо. Да ну мне эти ваши разговоры. Подожди, тебе говорят. Ну чего вам? Садись и полюбуйся. Так. Вот гильза, которую ты нашел в институте. А это точно такая же. Видишь? В избе старика. Этот старик был убит 7 лет назад. Пистолет 1, а убийство 2. В избе никаких следов. А в институте найдены отпечатки твоих пальцев на стакане. Вот. Убийство 2 и оба твои. Да, понавешали на меня покойничков. Ну что ж, валяй дальше, начальник. Я могу подтвердить твое алиби, когда мы с тобой хрен терли. Но кто подсунул этот стакан? И как ты сможешь объяснить, что ты делал 7 лет назад? Да я же в тюрьме сидел. Срок отбывал. Тебя взяли через месяц после того, как был убит старик. И место подходит. Старика убили в деревне под Рожаичей, а тебя взяли в городке Рожаичей. Мозер слушает. Что? Когда? Понял. Понял, подожди. Людас, меня срочно вызывают. Поезжай. Еду. Давай поговорим нормально. На чистоту. Ну, ты же знаешь, или хотя бы подозреваешь, кто подбросил этот стакан. Не знаю. Не знаю. Ничего не знаю. Рокас, с таким приданым тюрьмой не отделаешься. Ну так сажай. Ну чего ты ждешь? Ну сажай! Я все равно конченый человек, а ты хоть карьеру себе сделаешь. Мой отец работал машинистом. В ту ночь поезд опоздал. Пришлось возвращаться домой пешком. По дороге мы встретились трое пьяных подонков. Попросили закурить. Отца не было, он вообще не курил. Били его долго. Пряжками, ногами. Пока не убили. Вскоре от болезни умерла мать. А на суде эти гады объясняли, что отец якобы непочтительно с ними разговаривал. Вот тогда-то на суде я решил, что мое место здесь.
Бросил политехнический. Пришел сюда рядовым и работаю. И буду работать. Пока ноги носят. А мне-то что делать? Рокас, поверь в себя. Хоть попробуй. Ты спрашивал, не подозреваю ли я кого? Да, подозреваю. Но где их искать? И когда искать? Ваш Келлис за мной, как пес по пятам ходит. За сигаретами не пойдешь. Если договоримся, я тебе помогу. Договорились. Что тебе надо? Слушай, выпиши мне на завтра повестку в милицию. Зачем? Чтобы ваш Келлису глотку заткнуть. Скажи, а вот эти трое из ресторана, кто они? Да ну, шакалы трусливые. Возьми. Людас, добавь еще пару штук. Чтобы мне сюда каждый день не бегать. А дату я сам поставлю. Как быть? Поверить ему или нет? Привет. Как найти маэстро? Сведи меня с маэстро. В институте, где я работаю, сторожа прикончили. Плохо сработали. Хвост оставили. В конторе все зашевелились. Вот смех будет, когда за этот хвост потянут. Кем ты там работаешь? Столяром. Зачем тебе, маэстро? А я ему одну вещицу одолжил. Пора бы и вернуть. Он знает, когда вернуть. Человек, кто сторожа прихлопал. Вот смех будет. Завтра раз-два в сквере у памятника классику.
Но почему же так поздно? Может, я не вовремя? Какие изумительные, спасибо. Прости, я забыла тебя предупредить. Семейное торжество? О, нет, просто по вторникам всегда у меня собираемся. Тут все свои. Пошли. Друзья, знакомьтесь. Это Томас, о котором я вам рассказывала. Добрый вечер. Томас, мы восхищены. Один против целой банды. Боже, если бы кто-нибудь за меня так. Вы, наверное, какая-нибудь знаменитость. Только скрываете свое имя, да? Ну что вы. Я не граф Монте-Кристо, и не Штирлиц, и даже не Донатас Банёнис. Томас, я тебя познакомлю с дядей. Альбертас, это Томас, о котором я тебе рассказывала. Приятно видеть вас под нашей крышей. Ну, как вы себя чувствуете после вчерашнего? Спасибо, нормально. Мне как раз меньше всех досталось. Прошу к столу. Спасибо. Благодарю. За встречу. С удовольствием. Угощайтесь. Ну как, голуби мои, может, начнем? О, давно пора. Доцент, прошу. Я всегда готов. Извините, не скучайте. О, тут совсем уютное гнездышко. Откуда у вас ранний визгер, да? Пожалуйста. Прошу занять места. О, Шимонис. А я попрошу Сабину, чтобы приготовила кофе. Прошу вас, я вас искал. Извините, пожалуйста. Сабина, помоги мне. Это ты про этого парня мне все уши прожужжала? Он тебе не нравится? Почему? Молод еще и вдобавок горяч очень. Сабина, я же просил тебя. Приглашай только хорошо проверенных людей. Бог его знает, кто он и откуда. Он не болтун. Я это в милиции заметила. И при деньгах? При деньгах, говоришь? Так как же теперь с ним быть? Неужели ты его прогонишь? Ну, ладно. Сегодня пусть остается, а дальше видно будет. Вези. Прошу вас, доцент. Начинаем. Но в этом виде искусства я не очень силен. Понимаю. Это не живопись. Всего лишь бытовая графика. В банк по десятке, голуби мои. Как всегда. Вы часто здесь бываете? Да, довольно часто. Томас, вы бы закусили? Пока лосятина поджарится, вы проголодаетесь. Сабина, не ревнуй. А куда подевались все мужчины? У них серьезное дело. В карты играют. Что вы говорите? Они взяли или туда не всех пускают? Почему же, если хотите? Да, мне хотелось бы взглянуть. Я с удовольствием бы. Пожалуйста. Прошу прощения. Извините.
10:30. 30:90. Отвечаю. Пас. Пас. Фуль. Каре. Ну что ж, неплохой банк отхватил доцент. Да, около 300 рублей. Прекрасно. Уважаемый доцент, поздравляю вас с успешным дебютом. Браво, браво. Ну как, продолжим, доцент? Обязательно. Может, попробуете? С удовольствием. Прошу. Благодарю вас. Пожалуйста, на мое место. Спасибо. Вам сдавать. Извините. Мне одну. Мне две. Мне не надо. Кофе хватит? Должно хватить. Девяносто и 270. Пас. Отвечаю. Двести семьдесят, 810. Отвечаю. Одолжите мне 500 рублей. Нет. Я завтра верну. Я сказал нет. Пас. Пас. Вот это игра. Прямо как сцена из заграничного фильма. Может, сделаем перерыв? Лосятина изжарилась, она вкусная, пока горячая. Ну, желание хозяйки для нас закон. Ну, как голуби, после перерыва продолжим. Ну? Обязательно. А почему бы и нет? Еще не поздно. Прошу вас. Да. Тут без штанов домой пойдешь. Ну, и кто действительно так и пойдет. Вы никогда не одалживаете денег? За столом? Никогда. А рядом со столом? Одалживаю, но не всем. А мне одолжите? Нет. Почему? Я тебя не знаю. Однако это не помешало вам обыграть меня. Мне просто повезло. Хорошо. Поговорим по-мужски. Я хочу сегодня играть. Чувствую, пошла карта. Одолжите мне.
Я завтра верну. Слово. Сколько? 2000. 2000 деньги. Так. Слову не верите? Чему поверите? Под залог. Подождите, я сейчас. Твой? Мой. Правда мой. Хорошо, оставь. Но только сами понимаете. Что, принес? Да ты не моя. Садись. Где маэстро? Он не придет? Ты что ж, фраер, вздумал попугать нас? Забыл колонию, когда ползал на коленях перед маэстро, чтобы он спас тебя от акулы? Забыл, что обещал? Не жди, чтобы он напомнил тебе про должок. Так это вы этот стакан... Не возникай. Маэстро сказал, раз уж ты там работаешь, сделай эту посуду. А он вернет тебе, что просишь. Не сделаешь? Хана. Не могу. Я у них на подозрении. Я... Не могу. Тогда заказывай себе духовой оркестр. Подожди. Бери.